Так, друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Twag Day, и сегодня у меня для вас немножко нестандартное видео. Да, оно не связано вообще никак со смартфонами, процессорами, ноутбуками. Вообще, с этим всем не связано. Речь сегодня пойдет об интернете, а конкретно о том, как в нем заработать и можно ли заработать. Скажу сразу, можно, но не таким способом, о котором сегодняшнее видео. Что же, давайте сразу приступим. Сразу извиняюсь за качество съемки. Снимаю на свой телефон, которому уже много лет, но давайте ближе к делу. Сегодня лазал в интернете, смотрел себе ютубчик нормально, наткнулся на один такой интересный видосик, а он мне почему-то в рекомендуемых выбился. Короче, вот такое видео, заработок для новичка, 100% проверено, 2017. Я, конечно, понимаю, что все это полная хрень, но давайте все подробно разберем, разжуем. Я вам прямо сейчас конкретно сразу же покажу, в чем фишка, в чем прикол и почему не надо этого делать. Под этим видео, конечно же, есть ссылка «Заработок для новичка». Сразу же переходим. Куча рекламы. Это меня все, конечно, не смущает. Все нормально. Сейчас пройдет время некоторое, после которого мы попадем на тот самый сайт, который принесет нам кучу бабла. Просто кучу бабла. Советую вам досмотреть до конца этот ролик. Я над ним старался. Я потратил, ну, скажем так, много часов на это создание этого видео. Значит, наткнулись мы на этот сайт, переходим мы на блог некой Виктории Новак. Естественно, вот это милое личико, оно выдумано, его на самом деле нет, это просто фотка с интернета. Здесь мы находим видос «Как заработать». Давайте послушаем, вслушайтесь просто в этот хороший, не скажу, что идеальный, хороший дикторский голос. ...тысячи евро на итальянском сайте. Приветствую вас на страницах моего блога. Кто на... И сразу же, две ремарочки. Первое. У нее хороший дикторский голос. То есть это не такой человек, который просто вот первый раз сел за микрофон и все это записал. Я по себе знаю. Так просто не получится с первого раза. Второе. Она сказала, что это итальянский сайт. На нем мы заработаем. Мы такие, окей, не вопрос. Погнали зарабатывать. Ссылочка на Букс. Угу. Переходим. Не буду рассказывать, что такое Букс и так далее. Не в этом видео. В общем, это сайт, которым как бы можно заработать. Здесь нам предлагают зарабатывать на просмотре рекламы. И предлагают за одну рекламу 3 евро. Вы просто вдумайтесь в эту сумму. 3 евро за просмотр одной рекламы. Если бы так реально все работало, я бы ни хрена не ходил на свою работу. Я бы тупо сидел днями и смотрел рекламу в удовольствие. Что же, давайте проверим, как это все зарабатывается. Нам надо нажать на просмотр рекламы. Хорошо, давайте посмотрим рекламу. Начать заработок. Погнали. Ждем окончания таймера. Мы как бы смотрим рекламу. И за это нам начисляются деньги. Кстати, сейчас, когда я записываю это видео, сайт у меня отобразился корректно. Потому что первый раз, когда я зашел, у меня вся информация отображалась тупо вот здесь вот слева. Это даже была не мобильная версия. Это было просто что-то ничтожное. Не знаю, какой-то глюк. Короче, мне эту рекламу не надо было смотреть полностью. То есть, да, сейчас я сижу и понимаю, что, блин, походу придется мне реально долго сидеть. Ладно, нажимаем продолжить заработок. Смотрите, у меня уже зачислилось как бы 6 евро на аккаунт. Дело в том, что сейчас мне придется смотреть 30 реклам, чтобы заработать ту самую минимальную сумму, которая здесь говорится, 100 евро, чтобы вывести ее и проверить, как же они наебывают и кидают людей. Ну ладно, давайте, наверное, в данном моменте я поставлю на паузу, что ли, потому что эти 30 просмотров займут и у меня, и у вас много времени. В общем, встретимся уже скоро. Но прежде чем я вам покажу и раскрою секрет этого кидалова, давайте посмотрим на небольшую статистику, которую нам покажет SimilarWeb. Это расширение для Google Chrome. И давайте по сути. Сайт как бы итальянский, заходим в источники трафика и смотрим. 85% трафика здесь по ссылкам, то есть вот по таким вот разводиловам, по таким вот ссылочкам, которые находятся под этими всякими видео. Такое видео не одно и не только с этого канала «Как заработать в интернете». Фух, смотрите еще прикол. Теперь заходим в геолокацию. Знаете, что мы здесь увидим? А здесь мы увидим, что 56% трафика на этот сайт идет с России, 23% с Украины, 4 с лишним с Белоруссии, 2% почти с Молдовы и 1,5% с Грузии. Нифига это не итальянский сайт, это уже и так понятно, потому что, блин, в первой пятерке Италии тупо нет.
ее здесь нет. Это нифига не итальянский сайт. Здесь еще много интересной информации есть. Вот вы видите трафик 56% с YouTube. Хорошее расширение, мне очень нравится, скажу вам честно. Также есть сайт, который показывает анализ сайтов. Извините за тавтологию. Что меня здесь очень удивило, что я вам хочу рассказать, даже если вы не являетесь верстальщиком или создателем сайтов, ничего страшного. Смотрите, нам показалось, что на этом сайте, чтобы не говорить, что это кидалово, вот, я забил вот этот вот сайтик, этот букс, и теперь смотрю о нем информацию. Здесь нет заголовков H1, H2, H3, то есть, чтобы вы понимали, что это такое, это очень важное для раскрутки и индексации в Гугле, в Яндексе, страничек, сайтов. То есть, если вы хотите быть на первом месте выдачи, вы должны, ну, на первой страничке хотя бы, вы 100% должны правильно на сайте прописать H1, H2 и так далее. Это подзаголовки. Любой сайтостроитель знает, что это такое. Это база, это элементарщина. Здесь его не прописывали. То есть, это значит, что сайт не подразумевался изначально как тот, который будет хорошо выдаваться в поиске. Оно им нахрен не надо. Они тупо с Гугла своих, извините, лохов ищут и вот так вот зарабатывают. Еще одна фишка. На сайте у нас нет robots.txt. Robots.txt это файл, который показывает, который находится в корне, в корневой папке сайта, показывает Гуглу, какие странички надо индексировать, какие не надо. Также здесь нет карты сайта. Это просто, это пиздец, короче. Сайт вообще не оптимизирован, сайтом никто не занимался, сайт сделан на коленке. Это вам вообще любой скажет. А посмотреть на его дизайн, так это вообще просто жесть. Это просто жесть. Ладно, подходим к нашему финальному этапу разоблачения мошенников в интернете. Да ладно, все гораздо проще. Значит, у меня уже 96 евро. Сейчас я нажму завершить просмотр, и у меня добавится еще 3 евро плюс 3 евро, которые здесь по акции, как бы. В итоге, смотрите, что будет. Ура, мы заработали свои денежки, и теперь нам надо получить подарок от рекламодателя. Нажимаем. Допустим, это все просто лохотрон для отвода глаз. С этим я уже не раз, конечно, сталкивался. Слава богу, ни разу не попадался на это все. Даже в свои 12-13 лет, когда я сам этими буксами занимался, кликал. Но я кликал на реальных буксов, там платили копейки. Ну да ладно. Вот этот букс, это конкретное кидалово. И вот выпадает нам подарок от какого-то неизвестного дядьки-рекламодателя. Блин, 500 евро почти. Нормально тогда. Я думаю, вы бы уже вот так прикинули эту сумму, да? И вот у вас баланс такой получается. Почти 600 евро. Это вы, блин, минут 10 на сайте провели буквально, и 600 евро. 600 евро это нехеровая зарплата вообще в наших странах, в Украине, в России, в Белоруссии. Ну, это нормальные деньги, на них можно жить, а вы заработали их за 10 минут. Попахивает лохотроном. Итак, что надо сделать, чтобы вывести наши деньги? Вывести средства, конечно же. Нажимаем. Итак, оно нам предлагает какой-нибудь вариант вывести бабки наши. Нажимаем банковская карта. Внимание, пишу цифры тупо от фонаря, прямо при вас. Вот, я написал типа свою, блин, банковскую карточку. Нажимаю вывести заработок. Тан-тан-тан-тан-тан. Что же нам покажет дальше? Ого, прикольно. А деньги-то ушли куда-то. Нет, на самом деле деньги не ушли. Сейчас вы все поймете. Произошла ошибка. Деньги возвращены на баланс. А причина в том, что не принимает на счет наша карточка в евровалюте оплату. И похер, что мы указали, что мы находимся в Италии, где евро это основная валюта. И номера карточек могли вполне быть такие, как я написал. Короче говоря, что бы вы ни написали, вам будет показывать вот такое сообщение. Вообще, на WebMoney, на Kiwi, что там еще было в вариантах. Что нам делать? Нам предлагают перейти к конвертации валют. Угу, ну ладно, думаем мы, да? Ну, перейдем. Ладно, уже евро там переведем. Посмотрим. Сразу же скажу, я сразу, кстати, понял, что это сайт тоже поддельный, по нему это очень заметно. Это тоже сайт мошенников. Они вас сюда перебрасывают, уже заявка создана на автоматическую конвертацию, бла-бла-бла, такой-то, такой-то курс. И вот нам пишет, что стоимость конвертации составит 213 рублей. Вы такие, ну окей, ладно, заплачу 213 рублей, хрен с ним, зато получу 500 с хреном евро. Нажимаем «Оплатить конвертацию валют». И нас прикидывает уже на реальный обменник. Смотрите, это обычный обменник ePay.tv. Хороший обменник, наверное, я не пользовался ни разу.
В общем, нам сформировали заказ, у нас есть сумма. Но это очень странно. Здесь нам реально предлагают ввести нашу и фамилию, имейл, выбрать, откуда мы эти деньги реальные скинем. Если мы нажмем «Перейти к оплате», то нас тупо перебросит, например, если Visa перебросит, допустим, вот у меня, я пользуюсь Privat24, Приватбанк в Украине есть такой банк, я думаю, вы все знаете. Нас просто перебросит в Privat, и мы просто самостоятельно, сами же нажмем вот это вот все, и нас тупо кинут на 213 рублей. То есть вы просто возьмете эти бабки, переведете их мошенникам, и ничего не произойдет. Вам ваши 600 евро никто нахрен не будет выплачивать. Это никому вообще не надо. Закрываем всю эту хренотень. Короче, видно, что сайт здесь реально хреновый. Обычно я кидалово. И таких сайтов достаточно много. А вот этот вот канал, как заработать в интернете, он вообще очень много внимания ко мне привлек, скажем так. Здесь очень много материалов. Просто очень-очень много. И все практически кидалово. Да не практически, наверное, все. Я не проверял, но если вы дадите знать о том, что вам подобная тема интересна, вы готовы смотреть мои ролики об этом, то просто дайте об этом знать, я буду искать для вас еще более пикантные темы, еще более завуалированные сайты разводниковые, я думаю, вам это будет интересно. Ну и на этом у меня все. Спасибо за просмотр данного небольшого такого разоблачения. Подписывайтесь на канал, в любом случае, если вам понравилось данное видео, смотрите мои другие ролики, я моим постоянным зрителям спасибо за то, что смотрите мои ролики, обязательно пишите в комментариях, как вам вот эта рубрика, как вам это все заходит, делать дальше или не делать. Всем до скорого!